откуда прилетают к нам эти метеориты, как они откуда попадают к нам на Землю, из какой области. Угроз для нашей планеты нет, то есть никаких крупных объектов астероидов к нам не приближается, и столкновений тоже не наблюдается. Существует теория, что вот этот пояс астероидов – это девятая несформировавшаяся или, наоборот, разрушенная планета, которая находилась между орбитами Марса и Юпитера. Этот взрыв был настолько мощным, что уничтожил практически все живое на нашей планете. Наступила ядерная зима. Очень хорошо сохранился ударный кратер, его оставил железный метеорит размером около 50 метров. То есть такое четырехэтажное здание прилетело, железное. Причем ударился он с такой мощностью, что в пересчете на Хиросиму там получилось 40 ядерных бомб Хиросимы. Это очень сильно прям возбудило многих уфологов. Пока никаких объяснений и гипотез даже четких нет, кроме вот каких-то мистических рухов, что это космический корабль или что-то в этом роде. Никаких металлов вместо метеоритов нет, содержание драгоценных металлов в любом метеорите меньше 1%. Вот для меня, чем он ценный метеорит? Прежде всего, что это такой древний артефакт, который ничего древнее в руках человек подержать не может. То есть он брались в нашей Солнечной системе. Вот для меня это ценно, достаточно недешевое удовольствие. Это метеорит кольцовый, это наш Калужский, найденный в Калужском районе. Ценно есть отполированный еще образец, я их рядом поставлю, чтобы можно было потом посмотреть, подержать, ну, как сфотографироваться. Ну, в музее у нас ребята печатка, они будут так не стали, скажут, да, возьмем, так не надо. Наверное, какой-то железный камень на обочине, и мальчик был в кислоте, если у него появилась структура, значит, это метеорит. Самый частый вопрос, насколько радиация опасна, да, для человека, опасна для метеорита. Ну, как я уже сказал, они в какой-то степени кидаются, считаются даже вот полезным. У меня 75 лет, если я тоже нормально чувствую. Метеорит Ренста, это обогрет тебе. Вот, это метеорит. Вот если найдешь камень, ну да, много камней, можешь начать проверять уже. Приходите, стройте, фотографируйте, вы поймете, что такое вот в руках.